Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Ролеплей, Центральный Округ. Вся информация, как начать со мной играть, есть в описании под видео. Также не забывайте вводить при регистрации мой ник и промокод, за который вы получите денежку. Повторюсь, вся информация подробно написана в описании, поэтому смотрите, заходите и играйте вместе со мной. Сегодня, пацаны, у меня выходной, поэтому я решил записать для вас серию. Порешал свои делишки, сейчас время, час дня. И решил сегодня я пойти в казино, потому что вам серии с казино очень сильно заходят, они набирают там по 2000 просмотров, и поэтому почему бы нам сегодня сходить в казино. Тем более скоро выйдет обновление, буквально скоро, по-моему, завтра получается, то есть сегодня у нас среда, и со среды на четверг выйдет новое обновление. И я вам это все покажу потом, когда с работы приеду, запишу серию, обязательно запишу. Конечно, скорее всего, буду последний, кто это сделает, но я, в принципе, думаю, ничего страшного. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и полетели играть в казино, попробуем поднять немножко денег. Кстати, я вам забыл сказать то, что я приболел, поэтому я извиняюсь за свой голос, у меня кашель, насморк, как бы, но все равно на работу я завтра иду. У меня единственный выходной за 2 недели, понимаете? Один выходной за 2 недели. Я порешал свои дела и решил для вас записать серию, поэтому надеюсь, то, что вы это оцените. Большое, кстати, вам спасибо за актив на прошлой серии, ну, на последней серии, которая выходила по родине. Вы там нарвали около 90 лайков и 800 просмотров. Реально красавчики, просто мне очень это понравилось, поэтому покажите на этом видосе такую же активность. Так, берем, меняем фишечки. 10 лямов, это лям был, да? Это был лям, вот, 10 лямов, все, обменяли. 2 ляма у меня остается. Попробуем сейчас поднять хотя бы, ну, лямов 5, я думаю, будет нормально. Будет нормально, у нас драка происходит. А что тут, ЗЗ убрали или что? Да я немножко не понял. Так, посмотреть заявки. Вот, на 15 тысяч вдвоем я не успел. Ладно, давайте создадим 10 тысяч вдвоем и посмотрим, что у нас получится из этого. Ради контента залетим втроем. Но мне кажется, что мы проиграем, поэтому... Ладно, ничего страшного. Ну, давайте, пацанчики, залетайте. Давайте, давайте, давайте. Ну, что, некому зайти? 4,6. 4,3. Заебись. Заебись. Не зря я залетел. Так, я в плюсе, да? Не, ну это уже хорошо. Это уже мне нравится. Хоть какой-то прогресс пошел. Давайте, 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 давайте. Так, Дима зашел. 6,4. 3,6. Я выиграл, да? Отлично. 15 тысяч втроем. Ну давайте залетим еще раз. Вдруг нам еще раз повезет. Так, 3,3. Мне сейчас 2,1 выпадет. Нет, 2,4. 6,4. Дима выиграл. Ну втроем, блин, честно, мне не нравится играть. Я это всегда говорил. Но давайте ради контента поиграем. Поиграем, пацаны, ради вас. Потому что я зашел мне сделать для вас контент. Так, 4,6. Отлично. Есть, я выиграл. Красавчик, это я молодец. Опа, нормально. В принципе, уже можно как бы уйти. Мы подняли сколько? 3 ляма, по-моему. Давайте сейчас я обменяю, посмотрим. Ну что, у меня сколько было? 13 лямов, сейчас у меня 16. То есть 3 ляма мы подняли. Я считаю, это очень хороший результат. Залетел просто на расслабончике записать для вас контент и поднял 3 миллиона. Тем более, я бы мог дальше играть, но, понимаете, впереди обновление. Очень охуенное. Будет новый кусочек карты, будет новая работа, новые машины и так далее. Поэтому, как бы, я бы мог дальше играть.
Но хочется оставить бабосики для обновы, чтобы купить себе новую тачку, потому что новых тачек добавят немало. То есть, смотрите, кстати, видос про обнову можете посмотреть на канале Arizona Games. Там вышел видос вчера, по-моему. Я его смотрел, и там подробно рассказали, показали, что добавят. Поэтому всем советую посмотреть, кто не видел, потому что обнова будет пацантоповая. Поэтому всем советую залетать играть на родину, пока еще не вышла обнова. Хотя уже обнова выйдет буквально через несколько часов. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.